Генконсул России в Симферополе уходит с поста. Недипломатично, громко хлопнув дверью. Владимир Андреев заявил от своих высказываний в адрес крымско-татарского народа. Не отказывается и крайне недоволен той оценкой, которую поставил ему даже родной российский МИД. Я остаюсь при своем мнении и каждом слове своего мнения. Это именно те позиции, от которых нельзя отступать. Они никого не оскорбляют. Они идеал объективности. А заявление МИД расцениваю как беспомощное, глупое и беспринципное, позорящее МИД России. Напомню, три дня назад в телеинтервью Владимир Андреев заявил, художественный фильм о депортации крымских татар искажает историческую правду, а сами татары были пособниками нацистов во время войны. Меджлис в ответ потребовал от властей Украины объявить генконсула персоной нон-грата, а от президента России отозвать Андреева из Крыма. В российском МИДе признали некорректность высказывания Андреева и заявили, генконсул не учел чувствительности вопроса в отношении крымских татар.